Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 12 октября. По народному месяцу слову Маремьяна Юровая, Феофан Милостивый. В этот день христиане чтут память преподобного Феофана, прозванного Милостивым за свое милосердие и сострадание к больным, нищим и странникам. Жил в палестинском городе Газе в Южной Сирии, некогда принадлежавшем филистимлянам. Характерная примета этого времени – серые туманы-мороки, висящие над лесами и полями. День Маремьяны Юровой никак особенно не отмечали. Дело в том, что эту святую почитают в марте. В этом же случае очень хорошо подходит для рифмы описание природы. «Печальница Маремьяна выткана из тумана», — говорили в народе. А Юром когда-то называли на Руси место на горе «всем ветрам открытое». И хотя день Маремьяны не отмечали, но за ветрами наблюдали. Более того, некоторые даже именами собственными нарекали. Например, рыбаки на Онеге, ветер с юго-запада прилетающий и приносящий с собой бури, не иначе как шелонником называли, ворча при его появлении. Пришел шелонник, на Онеге разбойник. Впрочем, и остальные ветра их вниманием обойдены не были. Называли их в зависимости от силы и направления. Северик, подсеверный, межевец и земняк. По селигеру, гоняя волну, гуляли поветер, межник, боковик и покачень. На Волге хилок и моряна паруса надували. На Байкале гуляли толкунец, глубник, обетонь, колышень, полуденник. А тульки, ветер, дующий с севера-запада, московским называли. В это время начинается потепление. Правда, теплая погода держится недолго. В народе верили, что это святой Феофан на землю тепло насылает, и говорили: «Преподобный нас своим кафтаном укрывает». Ночью на звезды выходили смотреть. Про небеса, усыпанные живыми огоньками, наши предки говорили: «У нас под окошком полно репы и лукошка». Также на Феофана охотники по обычаю гуляли по порошам, добывая именинного зайца. Если это удавалось, день заканчивался застольем, во время которого рассказывали охотничьи байки. И еще, Юрова означает «косяк рыбы», а поэтому не дремали в эту пору и рыбаки, надеясь на хороший улов и обильную трапезу. В этот день примечали: на Феофана много звезд к сухой осенней погоде. Если поздно вечером или ночью появится туман, заморозков не будет. Первый мороз наступит поздно, к мягкой зиме с переменчивой погодой. В лесу выросли поздние грибы, еще долго не будет снега. Если утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, то несколько дней будет ясно. Братья месяцы.